Над спортивной ареной 5 флагов. А это значит, что на несколько дней областной центр превратился в футбольную столицу. Международный турнир по мини-футболу, или как называют этот вид спорта в Европе, футзалу, среди команд таможенных служб на этот раз объединил 6 команд из 5 стран. Армении, России, Киргизии, Украины и 2 команды из Беларуси. Участников свыше 80. Турнир – это значимое событие для таможенных органов. За всю историю проведения это 11 лет. Международное соревнование стало не только доброй традицией, но и ярким воплощением спортивного мастерства, демонстрацией дружбы и добрососедства. Спортивное таможенное братство, оно тоже показало свои результаты. Это объединяет усилия, это показывает, насколько разносторонне развитые личности. Ну и очень интересные баталии развернулись здесь, на Брестской земле, поэтому было очень интересно. И будет приятно сегодня пожать руку спортсменам, которые приняли участие, и тем, кто, конечно, победил. Участие в подобных стартах позволяет не только показать все свои лучшие качества и физическую подготовку, но и популяризировать спорт среди молодежи. А также проведение соревнований способствует пропаганде службы в таможенных органах страны. Турнир проводится в преддверии Дня таможенника, поэтому это и хороший стимул для пропаганды таможенной службы Республики Беларусь. Мы всегда стараемся идти в ногу со временем. Мы стараемся сделать открытие и закрытие ярким, красочным. Пригласить сюда максимальное количество болельщиков, сделать хороший имидж этому мероприятию. Все команды приехали очень хорошие, очень сильные, поэтому здесь будет борьба непредсказуемая с нашей стороны. С учетом того, что мы уже не выигрывали 3 последних сезона, но в этом году, я думаю, будет сложно. Ну и мы немножко тоже обновили, конечно, состав. Посмотрим, игра покажет. Упорная борьба, дух конкуренции, градус эмоций зашкаливает. Причем как на спортивной площадке, так и на трибунах, что создает особый настрой футболистов на победу. Борьба оказалась нешуточной, конкуренция серьезная, однако обстановка оставалась радушной и доброжелательной. На самом деле приехали только с наилучшими вообще впечатлениями, потому что этот турнир для нас очень много значит, нам очень нравится, потому что каждый год мы приезжаем, когда нас приглашают. И мы ежегодно ждем это приглашение с вашей стороны, со стороны Беларуси. Неизменным это, наверное, наш прием, традиции все наши, то, что всегда команды приезжают, отмечают всегда очень организаторские наши способности наших, как говорится, организаторов всех. И поменялось, наверное, усилился очень чемпионат, стал очень серьезный, очень много профессионалов приезжает. За 11 лет проведения турнира участниками были спортсмены из разных уголков мира: Беларуси, Армении, России, Кыргызстана, Латвии, Украины, Молдовы, Азербайджана, Словакии. Рекордсменами по числу побед является команда Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. Наши таможенники 6 раз занимали 1-е место. На этот раз они также достойно сыграли, а 1-е место в упорной борьбе завоевали команда из Азербайджана.